новый хит. Но этот хит будет не про кукурузу, а про новую тему. Я и хочу вам испеть новый свой хит. Я и хочу на этот мотив положить новый рецептив. Я хочу вам послушать будет во-во. Я хочу сочинить, я хочу сочинить новый-новый и мотив. Я и буду петь, буду я сочинять этот мотив новый. Вот и будет песня не про всё. Была песня про кукурузу, теперь так. Сборище каких-то предложений. Так, мы просто хотим вам рассказать просто не про кукурузу, а просто такой мотив новый. Новый-новый. Я мотив сочиню для вас. Слушайте на здоровье. И будет вам ништяк и класс. Класс-класс. Слушай этот песенный и хит. Ставь ты и лайк. Палец вверх. И не будет ништяк. Я потом этот мотив поставлю на ютубе, на свой канал, и вы его послушайте. Все будет ништяк и хорошо. Будет все ништяк и хорошо. Продолжение следует. Тут вторая часть этой песни будет такая. Простая. Простая. Песня, и для вас она одна, одна песня будет и для вас. Я ее и сочиню, и сейчас и для вас. Не напрягай ты свой слух, не напрягай ты его, не напрягай слух ты свой, да-да-да. Тут и тут и поют, не зная не про всё. Это просто и такой мотив и мой. Мотив и такой мотив. И он и очень простой. Это вот продолжение музыкального хита про кукурузу, но только это не кукурузка, а простой мотив
шедевр музыкальный. Мы просто так от души поем, сочиняем. От души мы сочиняем, сочиняем. От души мы поем для вас. То есть я пою для вас этот мотив. Мотив, он мой очень простой. Вот ты кто послушал, то ты молодец. Ну, вот так примерно и все. И вы послушайте, определите, ставить вверх или вниз. Вы ставьте палец вверх или вниз. Это будет выложено все на YouTube, на моем канале. Спасибо за прослушивание моего вот этого шедевра. И всем спасибо. Ставьте палец вверх.